Доехали до развилки. Часть достопримечательности уходит направо. Попоквиль, Japanese Farm, Waterfall. Нам нужно пока что налево. Дамнак Сдэч. Есть заправка. Функционирует. Поэтому можно не беспокоиться за бензин. Какой-то интересный. Типа храма. Что это? И потолки, и стены, и колонны. Все расписано. Рыбок увидел. Я видел здесь головастик. Где-то плавал. Вон. Но это не один, я думаю, здесь их много. Расскажи нам, Оля, что здесь? Однажды это было французской колонии. Это место было французской колонии. И французы устали от сильной изнурительной жары. И решили сделать место отдыха. И в национальном парке Бакора они открыли вот это казино, чтобы можно было играть, развлекаться и спать по теплым одеялам. Также это место считается местом самоубийц, потому что изрядно проигравшие ребята прыгали прямо здесь с обрыва, ну и не возвращались к жизни. Потом было военное действие, по-моему, 50... Не возвращались к жизни. 50-60 лет тому назад, я не помню точно. Были военные действия здесь, и это место было военной базой, где было большое сосредоточение военной техники. И поэтому казино перестало действовать, и сейчас это отель. Я не знаю, действует он сейчас или нет, но есть персонал, возможно, здесь можно остаться с ночевкой. Посмотрим. Зайдем в холл отеля. Hello. Познакомимся с этим местом поближе. Высоченные потолки. Нарядная люстра. Детская зона. Барная стойка. Ступени выполнены из массива. Ребята присели отдохнуть. Максим, ты чего такой напряженный?
Фоткаемся. Вход традиционно охраняют львы, а сверху из щели торчат какие-то драконы. Эхо. Двери расписаны. С противоположной стороны изображен тигр с точно такой же ванной, площадкой и небом. Добрались до католической христианской церкви. Сейчас мы взглянем на нее поближе. Туалет. Вероятнее всего заброшенный. Церковь тоже выглядит отнюдь не свежо, но тем и интереснее. Потолок. Бархатистая стена. Приятная ночь. Отсюда открывается интересный вид. Сейчас мы его заценим. И меня переполняют эмоции. Ребята, Макс, Макс, да глянь на меня разок-то. Макс, я видео снимаю. Ой, какой ты трудный, а.
затуманило все. Это место называется Ле Бакор Палас. Booking показывает, что здесь есть номера, которые можно забронировать. То есть вы можете приехать и остановиться прямо здесь. Хотя внешне есть ощущение, что он больше не функционирует. Но на самом деле это не так. Джакузи. Персонал в ожидании гостей. Потрясающий вид. То есть так спокойненько остановились в отеле, с утра вышли, помедитировали, посозерцали, угостились напитками, вдохнули наисвежайший воздух, любуясь шикарными панорамами. Макс, нравится здесь? Или не нравится? Нет? Ну ответь, что ты молчишь? Нет. Почему не нравится? Камни. Камни, угли. Итак, мы доехали до самой дальней точки. Я думал проехать дальше, но там заграждение. Возвращаемся сейчас обратно к отелю, потом на ту развилку и поедем на водопад. If you talk all the time, you'll never hear what anybody else has to say. And therefore all you'll have to talk about is your own conversation. The same is true for people who think all the time. That means, when I use the word think, talking to yourself.